спортсменам надо бороться. В произвольном поборется обязательно. Пенни Кумс и Николас Бакланд. Спортсмены из Великобритании, которые были очень тепло встречены на родине в Шеффилде, даже несмотря на то, что они сами не из Шеффилда, но тем не менее получили они там аж 6-й результат, обойдя и Жиган Шнугажи, и Карон Джойнс, и Тобиас Дагнёнеса, среди прочих еще и Юлию Злобину с Алексеем Ситниковым. Но я помню, что немного придирался к выступлению этих спортсменов Александр Жулин. Фигуристы выступают, напомню, под руководством Евгения Платова. Как это будет на этот раз? Помогут ли им неродные французские стены? Поддержка интересная, красивая. You gotta do.